Это вот белая ягодка, лох серебристый. Цветет шикарно, пахнет бубльгумом каким-то прям при цветении. Вот она какая. Такой аромат, прям жвачка бубльгум. Класс. Надо изучить, что из нее можно делать. Явно что-то очень даже вкусное. Хорошая такая ягодка, у нее косточка такая, как у финика. Маленькая только, маленькие по форме, как финик. Вот такая вот ягодка, лох серебристый.